У ефірі програма «Новини регіону», у студії Кристіна Кранкевич. Вітаю вас і у гетим випуску глядіте. Сувенірная продукция и просто необходные хатние речи. 100-мільйонний столовый прибор выпустили у Могилеве. Трагедия на дорозе и пожары. Неспокойные выходные в области. Новый уникальный экспонат хутка з'явится у музея истории Могилева. Подробязности у выпуску. 100-мільйонную лыжку выпустила могилевское предприемство, чья специализация – столовые приборы. Что отметно, это отбылось у юбилейной для города год. До того ж, лыжки и видельцы с надписом «Могилев 750 годов» идут, как сувенирная продукция. Про тех темы у Татьяны Сергейчик. Юбилейные медали, а так само столовые приборы с надписом «Могилев 750 годов», как подарунок гостям, которые проезжают в город. С такими же презентами едут за мяжу и могилевчане. Посольство наше белорусское пользуется нашими столовыми приборами. Это однозначно, я могу сказать. В России я хотел сказать, что мы уже представлены во многих крупных гипермаркетах, в сетях. То есть нашу продукцию знают, и, ну, несмотря на свои заводы, они тоже хотят покупать белорусское. До речи, половину выпускаемой продукции предприятие продает за мяжу. 90% от экспорта идет на российский рынок. Зараз на заводе завершается модернизация вытворчести столовых приборов. Специалисты кажут, дякуючи сучасному обсталеванию, меньше стало ручной працы и значно повеличился выпуск товарной продукции. Позволило убрать некоторые операции, которые делались вручную и, следовательно, требовали затраты рабочей силы. Можете посмотреть, у нас чеканка и вырубка происходят на абсолютно за две операции. То есть раньше было 5 операций технологических и требовало затраты оснастки. Оснастка составляет львиную долю производства. Могилевскую продукцию добро ведают во всех краинах близкого замежа, у Темлику и у Прибалтицы. На предприемстве подлечили, за час основания завода выпустили 100 миллионов столовых приборов. И так отрымалось у юбилейный для города год. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, «Новини региона». Одразу 3 человека трапили под коло автомобиля у Могилеве. Прямо на пешеходном переходе Volkswagen сбил жанчину, 8-годовую девчинку и мужчину. Как поведомили у дежурной инспекции, все трое переходили проездную участку по зебры без светлофоров. У этот момент на их наехала иншамарка. От телесных пошкоджений жанчина померла на месте. Девчинку и мужчину с травмами шпитализовали. По факте гибели следствий комитет завел криминальную справу. 4 человека загинули на пожары у Могилевском районе. Сярод их 2-годовое дитяти. На углах вярами огню за минулые выходные стали 6 человек. Поведомление про пожар у приватном жилом доме у вёсцы Липец поступило у службу 101 у ночь субботы на неделю. Коли выратовальники прибыли на место здарения, будинок горел открытым полымем, дах и перекрытия обвалились. Подчас ликвидации сгорания под обломками выратовальники нашли тело 3 дорослых и дитяти. Следшие и эксперты высветили, что загинула 41-годовая дочка господини дома уладания, ее 2-годовый сын, двоюродная сестра с мужем. В гости к ней пришла ее двоюродная сестра с мужем. И мы можем предположить, что данная компания распивала спиртные напитки, курила, и причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Теперь призначены шерох экспертных доследований. У специалистам треба знайти докладную причину смерти и узгорания. Яны так само будут высветлять, за чего узник пожар на птушкоферме у вёсцы Мяжисетки Могилевского района. У вынику узгорания у птушнику загинуло каля 2000 куранят. С персоналу никто не потерпел. На предприемстве подличивают шкоду от пожару. Олеся Рыбалка, Сергей Карпяко, Денис Бутылин. Новини региона. Могилевчанка Татьяна Пятреня стала чемпионкой света по скоках на батуте. Наша земляшка продемонстрировала лепшую программу сярод удельниц и упершиню свою спортивную карьеру завоевала золотую медаль чемпионату света. У финале споборництва у белоруска была лепш представниц Японии и Канады, которые замкнули тройку призеров.
19 год магілёўчанка ішла да гэтага тытула. Неаднойчы ўздымалася на п'едэстал розных чэмпіянатаў, але ніколі не была першай у свеце. Не шанцавала, казала магілёўчанка, і зноў працавала на трэніроўках. На чарговы чэмпіянат свету ехала з Марай на перамогу. І ў Балгарыі ўсё атрымалася на выдатна. Спачатку Таццяна стала бронзавым прызёрам у дуэце і срэбраным у камандных практыкаваннях, а ў апошні дзень спаборніцтваў заваявала сваю доўгачаканую награду – золата чэмпіянату свету. Яшчэ адна спартыўная перамога на ліку нашых дзюдаістаў. З чэмпіянату Еўропы, дзе змагаліся атлеты да 23 год, прадстаўнікі Магілёўскай вобласці прывезлі два медалі. На вышэйшую ступень п'едэсталу узняўся Дзмітры Мінькоў. Магілёўчанін паспяхова выступіў на папярэдній стадыі, перамогі над палякам і бельгійцам. У паўфінале беларус быў мацней за расіяніна, а ў паядынку за залатую ўзнагароду магілёўчанін пабароў яшчэ аднаго прадстаўніка Расійскай Федэрацыі Александра Куликоўскіх. Нам мотивироваться было очень тяжело, потому что конец года выступил, выложил все силы свои, получается. Ну, было тяжело настроиться, но собрался и все-таки завоевал золотую медаль. Разам з тым срэбраным прызёрам чэмпіянату Еўропы па дзюдо стаў яшчэ адзін магілёўчанін – Ягор Варапаеў. Віншуем пераможцаў. Музей гісторыі Магілёва хутка папоўніцца новым унікальным экспанатам. Гэта кніга друкара Спірыдона Собаля «Апостал», выдадзеная ў Магілёве ў 1632-36 годах. Грошы выдатковае гарадскі бюджэт. Цяпер завершаюцца ўсе юрыдычныя фармальнасці каштоўнай закупкі. Пра гэта паведаміў тэлерадыёкампаніі «Магілёў» дырэктар музею гісторыі Магілёва Алексей Бацюкоў. Гэта будзе проста неверагоднае набыццё, як для нашага горада, так і для нашага музея, у сувязі з тым, што Собаля няма ў Магілёве. Ніводнага выдання нашага знакамітага, славутага першадрукара на гэты момант у Магілёве не заставалася, не знаходзілася. Канешне, экземпляры былі ў старажытнасці, яны разам са знікненнем калекцыі абласнога краязнаўчага музея ў часы вайны зніклі з горада, з таго часу не паяўлялася ніводнага экземпляра. Вось гэта будзе першы экземпляр, каторы зойме сваё пачэснае месца ў нашай экспазіцыі. Кнігу знайшлі за межамі Беларусі, і цяпер яна знаходзіцца ў Магілёве. Набыта кніга пры дапамозе неабыякавых людзей. Пакуль саму кнігу не паказваюць ні журналістам, ні шырокай публіцы. Гарвыканкамы музей захоўваюць інтрыгу і абяцаюць паказаць каштоўны экспанат на адмысловай прэзентацыі бліжэйшым часам. Падобнае выданне ёсць толькі ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, таму як выглядае «Апостал» можна пабачыць у спецыяльных выданнях і ў інтэрнэце. У музеі гісторыі Магілёва цяпер ёсць калекцыя старадрукаў, іх больш за дзясятак. Цэнтральнае месца сярод іх займае знакаміты статут ВКЛ, а «Апостал» Спірыдона Собаля – яшчэ адзін выдатны экспанат, які трэба будзе яшчэ вывучаць. На аснове калекцыі музей плануе зрабіць інтэрактыўную праграму. Прынамсі, палова кніг у калекцыі – менавіта магілёўскія старадрукі. Захаваць школу магілёўскага кнігадрукавання і гравіравання – такую мэту ставяць перад сабой нашы гісторыкі. 13 лістапада адзначаецца сусветны дзень дабрыні. Амаль два дзясяткі гадоў таму яго заснавалі ў японскім Токіа. Мэта – стварыць свет, дзе больш спагады, а для гэтага можна і трэба зрабіць добрыя справы. Магілёўскі клуб рэтра-аўтамабіляў да сусветнага дню дабрыні прымеркаваў акцыю ў магілёўскім спецыялізаваным доме дзіцяці. Пахмурна лістападаўскай суботай на двор у дом дзіцяці заехаў стары зіл з саджанцамі сосну. Удзельнікі клуба вырашылі зрабіць добрую справу і пасадзіць для дзяцей дрэвы. Здесь как бы дзеткі брошаныя. Может быть, эти деревья разрастуцца. Лет через 10-20 сюда вернуцца эти дзеці уже взрослые. Эти сосны будут большие. Они будут рады, что хоть маленькая такое доброта, но мы им тоже подарили от нашего клуба. Сколько здесь сосен, Юрий? 110. Вот. 110 у гонар маладагвардзейцаў, памяць якіх шануюць у клубе. Але цяпер галоўная ўвага малым, якія храбра выйшлі са сваімі яркімі рыдлёўкамі на дапамогу мужчынам-валанцёрам. Закапывайце. Сердце щемит, когда вот ваши помощники к вам подходят с этими лопатками? Ну, конечно. Хорошие детки такие, и вот остались без родителей. Ну,
Ну, что поделаешь, поэтому кто-то ж должен им помогать. Сегодня у доме дитяти живут около сотни детей. Частка из них тут часово, у связь с семейными обставинами. Але все ж большесть от проблемных батьков, которые покидали малых без прогляду. И эти дети имеют наибольшую потребу у добрыни. Спасибо всем, кто нас помнит, кто о нас знает, кто нам помогает. Мы им крайне и весьма-весьма благодарны. И, конечно, вот такая акция останется на долгую добрую память для всех. И даже для этих деток. С добрынёй пришли до деток и студентки из Академии музыки с сябровками. Импровизованный концерт и знакомство с музычными инструментами мели успех. Малые тупали, выхователи пляскали у долони, девчата имкнулись не плакать. Дарим радость и тепло, и любовь, которая нужна этим детям. Самая добрая надея, каб гэты дети жили у сям'і. Ілона Іванова, Віталій Алексеенко, новини региона. Добрые справы бывают разные. Например, жыхары вёскі Искра Бялыніцкага района не смогли пройти мимо бусла, что не улетел у вырай и ночевал неподалеку от мясцовой фермы. С допомогой районной инспекции природоохови птушку отловили и доставили у навучальную лабораторию Могилёвского зоосаду. Белые буслы гостюют на нашей территории поздней весной и летом, а потом отлетают у теплый вырай. Когда яны сустракаются у листопаде, то худшее за все есть проблема, и птушка не может узняться. При даже визуальном обследовании было замечено, что крыло этого аиста подбито. Птицы очень теплолюбивые, мигрирующие поэтому. И, знаете, уже погода портится, заморозки, и его спасало то, что он ходил в луже. Отловить бусла с пошкодженными крылами непросто. Это стрессовая ситуация для птушки, якая, сбегающая от человека, страшивает шмат энергии. Да помогли специалисты Бялыницкой природоохови. И наступным звеном у ланцужку Добрыни стал Могилёвский зоосад. Его учебная лаборатория, якая выконывает и реабилитационную функцию для живёл. Сюды и привезли покутника. Мы попытаемся при помощи наших врачей восстановить его здоровье. Если у нас это получится, данная птица будет возвращена в природу. Если нет, то он украсит наш зоосад. Бусла уже шакают, и он будет не один. С подобными историями тут многие живелы. Птушки, якія не могут полететь, лосяня, якое засталося без мати, и одно не выживе, маленькая косуля. Добрыня может быть розной, але треба памятать, что добрые справы – гэта яше и отказность. Катерина Городницкая, Александр Тарасов, новины региона. Сапраўдная новогодняя атмосфера у листопаде пануе у Могилёвском центре по праце с детьми и молодью юнацтва. Тут распачалася выстава работ, які удельничают у городском этапе республиканского конкурса «Техно-ёлка». Креативные экспонаты представили 27 навучальных установ города. Акрамя техноёлок, тут таксама ёлочные упрыгожванні, новогодние композиции и, конечно, символ будущего года. Усё гэта номинации конкурсу. Наведвальники выставы уже вызначаются со своими претендентами на перамогу. Вот этим вот. То, что когда нажимаешь, у нее глаза светятся. Мне вот этим она понравилась. И то, что я обожаю мопсиков. Она не такой милый песик. Мне бы очень хотелось на ней полететь в космос, потому что она красивая, на ней какие-то там шестеренки. У одним помешкане амаль 6 десятков елок. Амаль усе не просто декоративно упрыгожные экспонаты, а у складанным техничным выкананні. Гэта и есть головное потребование конкурсу «Техно-елка». За 4 года его існавання журы побачила сотни годных арт-объектов. Але с каждым разом задумки удельников ускладняются. Як, до прикладу, вось гэты летошний допрацаванный экспонат. Удивляешься креативности ребят, как они находят материалы, сколько труда, любви, задумок вложено в эти вещи. И каждая вещь оригинальна по-своему. Подчас дымки з'являється черговый экспонат от 4-й школы Могилёва. За мишурой – каркас от сапраўднага парасона, диски, светлодиодная подсветка. Удельница долучается до выставы, а вось пераможцу журы объявить после 15 листопада. Так что, жадаючым технично покреативить, треба поспешаться. Олеся Рыбалка, Денис Бутылин, новины региона. Пасмурно и западками. Такое надворье прогнозуют синоптики по Могилёвской области на гэтым тыдні. Высоких температур по ветра так само чакать не приходится. Так, у аўторак по области чакаются ападки у выгляде мокрого снегу и дажджу, слабый туман и гололёд на дорогах.
Дзённая температура по области максимум до плюс 7. У сераду короткочасовые опадки прогнозуют у день. Слупок термометра поступово по паузе униз. У ночи температура от минус 3 до плюс 2. У день от 0 до плюс 5. У четвер и пятницу на дворе истотно не изменится. У все ж таки опошний месяц в осени, так бы мовить, репетиция до зимы. Так что застается шукать что-то позитивное и у листопаде. Новины про житё в области вы можете поглядеть и на нашем сайте tvrmogilev.by. Я с вами развитываюся. До встречи в эфире.